Ребят, как же надо быть невнимательным. Я третий раз на автовокзале. Только сейчас увидела вот с той стороны кафе Эдем. Ну, я уже прошла мимо, не сфоткала. А здесь вот такая надпись. Ялта — город счастья. А я не знала, что я в городе счастья. Представляете? Вот так. Такая красота. Какое небо сегодня. Такси. Эйбусы тут ходят. Вот такой вид. Тут на горы. Я бегу на автобус до Пароса. Через 10 минут отправления. 100 рублей проезд. Нет, 115. Есть, когда едешь. 115. Хочу еще напоследок покупаться, позагорать, собрать вещи и завтра рано утром стартовать в Грузию. Следите за репортажами. Хорошего вечера!